хотела сюда поехать. Пока, конечно, вам ничего особенного не видно, да, просто город и город. Здесь много что есть посмотреть. И я сейчас направляюсь в Чайнатаун. Сегодня отличный день в плане погоды. И как раз идеально для самого большого портового города в Японии. Для тех, кто из вас не знает, маленькая справка. Да, Йокогама — это самый большой город портовый в Японии. И если мне память не изменяет, самый большой по населению, в том числе город. Вот. Здешний порт вмещает больше всего грузов в мире, насколько я знаю. И Йокогама я хотела поехать, потому что я люблю океан, люблю море. Мустанг. И потому что этот город... кажется, я нашла Чайнатаун. Да, по-моему, я его нашла. В общем, этот город... Это первый город, который стал открыт для иностранцев в 1800 каком-то там году. И именно сюда приехал тот самый адмирал Перри, который попросил японцев: откройте, пожалуйста, нам пару городов для торговли. Вот. И японцы сначала хотели открыть в другом месте, но это было слишком близко к Токио, а это подозрительно, иностранцы рядом с Токио. И они открыли этот город в Йокогаме. Вот, кстати, я уже почти подошла. Там сзади меня, видите, Сега написано. А дальше будет как раз вот китайский квартал. И так как это был первый город, открытый для иностранцев, сами понимаете, здесь сразу был большой наплыв англичан, американцев и китайцев. И, собственно, вот Йокогамский Чайнатаун — это один... Надеюсь, я успею на светофор. Это один из самых больших и знаменитых Чайнатаунов. Вот. То есть китайская комьюнити здесь очень такое сильное, скажем так. Мне так неловко, на самом деле, потому что я говорю сама с собой, и люди оборачиваются. Еще и на непонятном языке. Не знаю, видно вам ворота будет или нет. Здесь, в китайском квартале, как в Китае, все громко чихают. И очень-очень много людей. Очень много людей. Я столько всего хотела сказать про Йокогаму, а сейчас как, ну, как обычно. В китайском квартале вкусно пахнет. Если честно, я еще поехала сюда, потому что я скучаю по Китаю, честно скучаю. И да, иногда скучаю по дурацкой, невкусной еде, непонятно из чего. Вот написано «We are Chinatown». Началось. По громким чихам я тоже скучаю. Цуданума. Вот. Я не знаю, хорошо ли вам видно, что все происходит. Народу очень много. И, естественно, одни рестораны. Потому что это же Китай. Это не Китай, но выглядит очень-очень похоже. Кроме того, Йокогама знаменита тем, что здесь, в Японии, ну, с посылом иностранцев впервые начали делать мороженое и пиво. И где-то здесь даже есть... О, Господи, это маленький Сакаджай. Ладно. То есть до этого же здесь, видимо, пили местную их водяру. После того, как приехали англичане, конечно же, появилось пиво. И я начала говорить про памятник. Где-то есть памятник мороженому. Я не знаю, где. Потому что у меня нет интернета, я вообще очень глупый гайджин.
что это вроде пешеходная улица, да. И еще я очень-очень надеюсь, что меня слышно хоть чуть-чуть. О, камень. А, пекинская утка. Если все с золотом и ярким красным цветом, то да, это Китай. Вот. Ой, я вам покажу улицу с этой стороны. По-моему, отличный вид вообще. С этой стороны отлично. Я очень боюсь, ну, громко говорить, да? Сегодня почти 30 градусов на солнце. Я единственный человек без зонта, наверное. Да, здесь люди тоже очень хотят быть бледными, и женщины носят специальные нарукавники. Господи, что это за суп такой, непонятно? Это собачки. Они несъедобные. Что такое? Это магазин. Не знаю, видно вам или нет, там вход в магазин в форме головы большой. Или тануки. Я туда зайду.